Всем привет, с вами Сергей. Сегодня мы посмотрим отель Mountain Beach Hotel. Это трехзвездочный отель, который расположился в районе Пратамнака, от моря совсем недалеко. Давайте посмотрим, что здесь есть в этом трехзвездочном отеле. Он очень бюджетный. Номера здесь начинаются от $20. Поехали. Вот так здесь при входе. Давайте же посмотрим. Все, конечно, очень старое. Но вот тут уже, по крайней мере, радует. Начинается какая-то жизнь. Смотрите, какая красивая фигура вас здесь встречает. Ресепшн. Чисто, на удивление, ничем вообще не пахнет. Хотя, напомню, что стоимость здесь номеров от $20 США в день за номер. Давайте посмотрим дальше. Смотрим, какие тут украшения в этом отеле. Хотя бы на первом этаже. Смотрите, фонтан небольшой. Такая симпатичная люстра. Тут вы можете, например, в бильярд поиграть. Столики для ожидающих регистрацию и кресло. Давайте здесь посмотрим, что у них тут лежит. Лежат кокосы, меню. Давайте посмотрим, сколько здесь стоит блюдо. Вот тайские баты сейчас просто делите на два, вернее, умножайте на 2,5. Это будет в рублях, либо делите на 35, вроде, да. Это будет в долларах. Еще посмотрим, что тут есть дальше. Барчик небольшой. Ресторан, да. С 6 утра до 10 вечера. Это, видимо, тут завтракают. Давайте посмотрим, как он выглядит. Все достаточно чисто. Светло, прохладно. Вы знаете, для своей ценовой политики вот очень даже неплохо. Нельзя придираться к отелю там, за то, что там что-то старое или, например, не там он где-то расположен, если его цена, например, от 20 до $40 в день за номер. То есть, вот смотрите, за эти деньги вы можете вполне снять этот отель на неделю, сколько кто, на две. Посмотрите, все нормально. Мы с вами видели отели, где все стоит гораздо дороже и выглядит, ну, по крайней мере, так же, либо хуже. Зона лифтов вот на первом этаже. 4 лифта. Ну и, конечно, рубрика «Туалет». Куда без нее? Смотрим. Отлично. Чисто. Все нормально. Идем дальше. Мы идем с вами смотреть тренажерный зал. Он находится на втором этаже. Давайте его посмотрим. Телевизор. Кондиционер, вот такой вот тренажер, можете поотжиматься, и есть небольшая штанга, вот она, в принципе, можете позаниматься более-менее. Что тут у нас еще есть, кстати, какая-то дверь, а, это сауна, тоже, кстати, работает, по запаху слышу, вот туда. Вот еще тренажер. Ничего, нормально. Идем дальше. Здесь еще на втором этаже зал для встреч. Он сейчас, конечно, не работает. Низкий сезон. Посмотрите, какой он большой. Да, видимо, после ковида
еще будут долго восстанавливаться. Итак, нам дали номер для просмотра, мы в него заходим. Достаточно чисто. Опять-таки скажу, что все, конечно, очень старенькое. Ковролин. Подубитый. Телевизор. Кондиционер. Вот это кондиционер. Видите, да, полы какие? Лучше здесь ходить в тапочках. Огромное окно. Смотрите, вон там море у нас. Территории других отелей. Здесь, пожалуйста, вы можете посидеть. Нормальные потолки, белые стены. Вы знаете, этот номер за $20, конечно, уже нету их. Их разобрали. Нам дали этот номер для посмотреть для двоих. Он стоит $37 в день, включая завтрак за двоих людей. Это тоже очень-очень нормально. До пляжа 10 минут пешком. Давайте посмотрим, что здесь есть еще. Шкаф, сейфа 2 и санузел. Чистый, сразу скажу, чистый санузел. Видно, что немножко его освежили недавно. Душевая кабина. Раковина. Вот здесь все, это мрамор. Очень все достойно. За $37 вполне. Так, вот, смотрите, запомните его. Здесь зона, которая около лифтов. Мы на 7-м этаже сейчас с вами. Едем вниз. Мы с вами идем в сторону бассейна. Посмотрим, какой здесь бассейн. Достаточно большой. Лежаки. Вот отель. Снаружи он выглядит гораздо хуже, если честно. Внутри очень-очень все неплохо. Видите, бирюзовая плитка в бассейне, очень чистая вода. Вот как-то так. Здесь, смотрите, еще как красиво. Я так люблю все эти тайские украшения, пано. Смотрите. Идем дальше. Мы выходим с вами из бассейна. И вот смотрим, где же наш основной вход, как он выглядит. Вот, вот так вот. Тут парковка для автомобилей. Тоже, смотрите, все очень чисто. Никаких окурков, грязи. Ничего здесь не валяется. Да, вот основной вход. Смотрите. Там мы с вами и зашли. С того страшного входа это был не тот вход. Вот. Но мы же с вами смотрим все. Поэтому мы должны знать, как выглядит отель во всех его вариантах. Вот Urban Thai. Тоже, я так понял, какое-то кафе, бар. Так что вот как-то так. Давайте посмотрим территорию возле отеля Mountain Beach. Вот здесь ресторанчики. Турпутевки вы можете какие-то купить. На острова 7-Eleven. Массажные салоны. Кстати, 7-Eleven, именно этот, почему-то закрыт. Фрукты продают. И вот там направление пляжа. Давайте посмотрим, какие здесь виды рядом с этим отелем Mountain. В 10 минутах находится пляж. Вот вы спускаетесь по такой крутой лестнице. От отеля ровно 10 минут пляж. Спокойным ходом. Вот оттуда вы заходите, отель в той стороне.
и мы спускаемся вниз. Кстати, очень экзотично здесь. Вообще, прямо хочется сюда спускаться не раз. Посмотрите. Еще раз покажу, откуда вы спускались. Вот оттуда. Приходите, и сразу здесь вам лежаки слева, справа. И давайте же посмотрим, какое здесь море. Видите, песок достаточно мелкий, красивый, светло-бежевый. Отель Mountain в той стороне. Поэтому, смотрите, очень хороший отель для своей ценовой политики, еще раз повторю. Выбирайте, куда сходить есть, что поделать тоже есть, массажные салоны, все рядышком. Спасибо отелю Mountain Beach, персонал очень вежливый, нам все показали, цены вы услышали, поэтому решайте сами, мне кажется, нормально. Спасибо, что досмотрели до конца это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Я буду здесь выкладывать только полезные обзоры, которые помогут вам выбрать отель в дальнейшем. И, конечно же, всем пока, удачи!